На Минаево в настоящее время готовят межбалочное пространство к бетонированию. Также продолжается работа по уплотнению песчаной насыпи. Уже готов первый слой асфальтобетона кольцевой развязки, с которой будет съезд с моста. На этом участке уже смонтированы два пешеходных тоннеля. Полностью смонтирован велопешеходный тоннель номер два. Песчаная насыпь к проходу к тоннелю тоже уже ведется, уплотняется и готовится съезд с моста на эту развязку. Кроме того, частично смонтированы локальные очистные сооружения. В этом году запланировано выполнить все съезды первым слоем асфальтобетона. Что касается нового моста в створе улиц Шевченко и Смычки, там начались работы по переносу инженерных сетей. Это необходимо для оформления подъездных путей со стороны Засвияжья и Ленинского района. Также перед строителями стоит задача по сооружению локальных очистных сооружений для отвода воды. Наряду с подготовкой к монтажу пролетных строений подрядчики приступили к переносу электрических сетей и кабелей со стороны Ленинского района. В настоящий момент начали производство работ, разработали траншеи, укладываем трубы под переноску кабелей. Соответственно, работы эти ведутся. Помимо этого, для организации подъезда на мост из-за Свияжья идет подготовка к переносу водопровода диаметром 1000 мм. Для проведения работ по укладке сетей холодного водоснабжения протяженностью 230 метров предусматривается ограничение движения автомобилей на пересечении улиц Облукова и Смычки в районе дома номер 59/7 на улице Облукова. Эти работы начнутся в июле и продлятся до октября. Сейчас идет согласование по поставке необходимых материалов. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.